Купил вот такой утеплитель для труб. Ни разу не пробовал, смотрел, вот у некоторых делают так. Хочу тоже утеплить, попробовать решетку радиатора, чтобы движок тепло сохранял. Вот взял трубы на 60 миллиметров и на 30. Ну, это в зависимости от ширины жабер на решетке. Вот хочу попробовать, я их уже заранее разметил. Сделал надрезы вот такие вот. Это туда будет вставляться. Ну и по длине, естественно, то же самое. Пронумеровал их. Потому что одна длиннее, вторая короче. И вот эти маленькие финтифлюшки тоже порезал, я их примерял уже. Так похабненько получилось, но думаю, встанет на место, будет смотреться неплохо. Поэтому сейчас попробую утеплить. Еще задача такая: посмотреть, насколько будет эстетично смотреться на решетке автомобиля Nissan Sirena. В общем, вот такая картина получилась. Считаю, что это очень быстро, доступно, недорого. Цена вопроса 150 рублей. Слишком жарко будет, вытащил колбасу одну и все. Ну, плюс еще автотепло на двигатель. И будет нормально. Сейчас зима пройдет, протестируем, посмотрим. Отвалятся они, вывалятся эти штуки или нет. Ну, у всех держится, не знаю. У меня, наверное, тоже будет.